признательность и благодарность всем тем людям, которые на протяжении всего этого пути помогали мне идти к этой победе. Это наша общая победа. Уважаемая Екатерина Геннадьевна Горлыш, уважаемая Наталья Николаевна Мишнева, творческая группа детского сада номер 10, методический коллектив всего Конаковского района, моя дорогая любимая семья, спасибо вам за поддержку. Спасибо моим воспитанникам, моим родителям, которые присутствуют в этом зале. Ваша помощь, ваша поддержка дает мне силы не останавливаться на месте, а идти вперед и достигать новые победы.